целевая аудитория – это молодежь, лица в возрасте от 14 до 35 лет, без каких-то дополнительных ограничений. Человеку не нужно быть частью какого-то сообщества, состоять в какой-то организации, иметь какую-то принадлежность к чему-то, за исключением возраста. Наши ограничения – 14-35, молодежь Петербурга. Мы бесплатные. Мы находимся в 7 минутах ходьбы от станции метро Петроградская. Это центр города, и мы очень удобны для молодежи в этом плане. У нас грандиозные планы по расширению и масштабированию. Во-первых, мы хотим открыть коворкинг в каждом районе Санкт-Петербурга, дабы создать такую удобную сетку для нашей непосредственно целевой аудитории. И второе, сделать несколько тематических коворкингов. Скоро, в ближайшей уже перспективе, откроем просто продакшн. Он будет ориентирован на творческую, креативную молодежь, такой креативный кластер молодежной политики, креативный кластер молодежи для молодежи Петербурга. Официально открылись 5 сентября 2019 года, то есть относительно недавно. Была пандемия, мы пробовали существовать онлайн, дистанционно, поддерживали там нашу аудиторию. Стали лучшим коворкингом Петербурга. В прошлом году нас номинировали на премию «Признание влияния», премия «Фонтанки.ру», и где горожане выбирают лучшие компании в своих отраслях. И вот в номинации «Лучшие бизнес-центры и коворкинги Петербурга» мы взяли первое место.